Молодец, Юляшка! Семерка, почти в десятку! Красавица! Ох ты, нифига себе, смотрите! Семерочка, шестерочка, отлично, отличный результат! Молодец, а тебе даже дали шоколад. Итак, дорогие друзья, сегодня фирменные продукции гипермаркета. Закидывай в карман. Все настоящее, все свежее, все натуральное. Ровно в 3 часа, соответственно, можно подойти туда и попробовать эту дегустацию. И есть у нас первая участница. Так, я думаю, что мы сейчас быстренько разыграем мягкую игрушку. Я думаю, что вот эту я уже открыл, показал. Надо, соответственно, ее вам и подарить. Все просто. У нас викторина, посвященная глобусу. Дарим, соответственно, глобусенка. Все просто. Скажите, в каком году у нас открылся глобус? 2015. Вот этот. Да. Вы уверены? Щелково 2016. Так, подождите. В 2015 здесь. Да. А в Щелково? В 2006. Ну, это, мне кажется, нечестно. Вы точно знали правильный ответ. Действительно, в 2015 здесь открылся. Ну и от Щелкова, действительно, вы угадали, это правильный ответ. Их 13. А, ну вы все знаете, вы фанат глобуса, я понял, с вами все просто. Может быть, вы попробуете, мне кажется, вы не все знаете про глобус, да? Ну не-не. Я надеюсь, по крайней мере. Держи. Итак, давайте, все просто. Вам мужской вопрос, визуальный, повернитесь. Ага, вижу. Видите глобус? Вижу. Просто скажите, сколько примерно там площадь? Ну, примерно хотя бы. Блин, ну примерно точно не могу сказать. Ну, я так предполагаю, где-то 30 с чем-то тысяч квадратных метров. 30 с чем-то тысяч? Да, точно, вроде так. А там не знаю на самом деле. 33 вроде, если не ошибаюсь. Может быть такое? Я так понимаю, что вы живете здесь, да, каким-то образом? Да, я здесь рядышком в Ванте. 35 тысяч? Да. И это удивительно, но оба подарка мы с первого раза отдаем. Это нечестно. Мне кажется, они все знали заранее. Дорогие друзья, кто-нибудь, давайте, может быть, услышит нас, подойдет сюда. Все, да, я заснял, как мы с тобой выиграли призы. Оказывается, мы с тобой знатоки в этой области глобуса. Блин, я даже сам не ожидал, что попаду нафиг. Я думал, 30 так на всякий случай сказал, но оказалось, практически был прав. Я сказал 33 тысячи, а было 35 тысяч. Тоже неплохо.